Приглашаем на работу водителя с личным автомобилем для перевозки съемочных групп. Требуемые категории «Б» и «Д». Телефон в Самаре 226-65-66. Приглашаем на работу менеджера по продажам рекламных возможностей на радио. Официальное трудоустройство, полный соцпакет, обучение, опыт в продажах приветствуется. Телефон в Самаре 226-65-66, добавочный 304. В оптовую компанию требуются упаковщик, зарплата 1500 рублей в день, вахтер-охранник, зарплата 20 000 рублей, диспетчер, зарплата 20 000 рублей. Телефоны в Самаре 244-04-21, 8-927-688-04-21. Требуется заместитель по общим вопросам. Доход 40 тысяч рублей. Телефон в Самаре 243-10-95. Требуется помощник кладовщика. Комфортные условия работы. Графики работы 2 через 2, 3 через 3. Оплата без задержек 23 500 рублей. Телефон в Самаре 8-927-208-37-60. Требуется завхоз в офис, официальное трудоустройство, 5-дневная рабочая неделя с 9:00 до 18:00, оплата 32 тысячи рублей. Телефон в Самаре 8-987-44-79-303. На теплый склад требуется наборщик товара без опыта работы. Различные графики работы. 5 через 2, 2 через 2, 3 через 3. С 9 до 18 часов. Оплата ежедневная. 1550 рублей в день. Телефон в Самаре. 8-987-985-15-49. Требуется охранник. Различные графики работы. Рассмотрим без опыта работы. Официальное оформление или по договору. Оплата без задержек. 27,5 тысяч рублей плюс премия. Телефон 8-939-716-61-26. Продается двухкомнатная квартира «Далевка» на пересечении улиц Ленинградской и братьев Коростелевых в Самаре. 13 этаж 16-этажного кирпичного дома. Общая площадь 67 квадратных метров. Дом готов. Сдача в первом квартале 2017 года. Телефон 8-927-656-45-12. Продается четырехкомнатная квартира на первом этаже 10-этажного кирпичного дома в городе Самаре на улице Ставропольской, пересечение с проспектом Кирова. Телефон 8-937-651-86-26. Продается коттедж в селе Марьевка в 100 километрах от Самары. Площадь 74 квадратных метра, 3 комнаты. В доме газ, свет, вода, туалет, ванная. Установлены счетчики. Новая железная крыша. Участок 8 соток. Есть небольшой сад, погреб. Село находится на трассе Самара-Саратов. В селе есть школа, детский сад, больница, церковь. Телефон 8-927-265-40-97. Продается дом в поселке городского типа Алексеевка Кинельского района. Участок 15 соток. В доме свет, газ, вода. Рядом река Самара. Цена 1 700 000 рублей. Торг уместен. Телефон 8-927-722-91-70. Продается дача в Новосемейкино, массив Сокский, земельный участок 5 соток, в собственности. На участке кирпичный летний дом, 70 квадратных метров, свет, летняя вода. Цена 980 тысяч рублей. Телефон 8-927-265-30-75. Продается дом, 74 квадратных метра, в Ивантеевском районе, 130 километров от Самары. 11 соток земли, сарай, гараж, теплица. В доме туалет, вода, котел. Телефон 8-927-725-21-59.
Продается участок 22,5 сотки в поселке Угловой за селом Красный Яр рядом с мечетью. На участке новый кирпичный дом 70 квадратных метров и деревянный жилой дом. Скважина, теплица, металлический забор. Телефон 8 927 756 63 48. Пункты приема объявлений. Город Самара. ООО «Анонс». Улица Фрунзе, 69. Телефон 333-30-81. ООО «Волга-Стиль». Улица Киевская, 1. ОЦ «Караван». Офис 212. Телефон 227-55-62. ООО «Ареал-Инфо». Улица Старозагора, 27. Офис 415. Телефон 932-22-12. ООО «Фабрика вакансий». E-mail grafopersonal@mail.ru. Телефон 272-37-57. Город Тольятти. Редакция газеты «Работа для вас» и портала работа.ру. Улица Дзержинского, 98. Первый вход. Офис 414. Телефон 210-230. Город Жигулевск. Редакция газеты «Жигулевский рабочий». Улица Комсомольская, 18. Телефон 2-11-54. Город Октябрьск. Редакция газеты «Октябрьское время». Улица Гая, 39А. Телефон 2-22-15. Город Сызрань. Редакция газеты «Бесплатные объявления». Улица Кирова, 46. Телефон 98-34-01. Село Сергиевск. Редакция газеты «Сергиевская трибуна». Улица Ленина, 14. Телефон 2-12-68. Село Камышла. Редакция газеты «Камышлинские известия». Улица Победы, 20. Телефон 3-30-61. Село Богатое. Редакция газеты «Красное знамя». Улица Советская, 29. Телефон 2-15-70. Телефон редакции программы «Доска объявлений» 226-65-66, добавочный 163. Адрес электронной почты реклама@губерниятв.ру.